каким образом, в общем, нас судьба свела? Можете рассказать несколько слов? Свела, брат познакомил, его брат, он тоже погиб в 2009 году. Дружил с братом, познакомился с Иваном. С тех пор мы как бы с ним учились потом вместе. И дружили уже порядка 17 лет. Вот что можете сказать вообще по поводу дружбы, по поводу его человеческих качеств? И как, я понимаю, что больно, но можете вот сказать? Ну, я не знаю, наверное, вся эта толпа народа говорит о том, какой он человек, который всегда придет на помощь. Всегда всем рад был, со всеми дружил. Никого не оставлял. Всем люблю. То есть для вас это личная потеря? Ну, я просто ближе человека не был. Он моей крестной дочери. А я у него. На лучке 5 месяцев. Ты Кристина. А вы вот, у вас была там какая-нибудь дружеская традиция, когда, например, он уезжал в командировки, вы там собирались, потом после командировок вы как-то собирались после возвращения, там отмечали. У нас там традиция была всегда не провожать в командировку. Встречать, всегда встречал, собирались. Может быть, последнюю встречу вот перед командировкой можете вспомнить? Как-то, может быть, по телефону созванивались? Ну, созванивались часто, прям недавно. За несколько дней до гибели общались, подошел. Встретимся, как-то не стало. Спасибо.